Всем привет! Нагулявшись в прошлом видео по чудо-полям, насобиравшись зеленых кружочков, мы заскучали по лесам. Мы отправились в наши любимые сосенники. Ельники. Сигналов здесь, конечно, всегда было мало, зато здесь, если уж сигнал, то тут зачетный. В том числе и черниночка. Сейчас у нас там чернику собирает народ. А мы здесь вокруг болота, вокруг машины гуляем. Вот болото. Вот. Их увезем домой, приедем и пойдем доставать пень, под которым мы нашли чешую. Давно его хотели достать. В лесу сейчас, в принципе, очень комфортно. Ветер дует, в принципе. Слепней нет. Людей нет, растительности нет, воды нет. Населена роботами. Зато есть пауки, комары. Да. И слепни с болота залетают. Кто помнит про вот эту фразу «населена роботами»? Пишите в комментарии. Должны же помнить, да. Короче, первый черный зачетный сигнал. Вот такая фиговина. Кованая, целиковая. Ручной кофт. Ну да. Видно. Что и делали, я не знаю. Но это что-то связано, видимо, с посадками лесов, что ли. Какая-то вот. Я не знаю. Ну как вилы только. Штуками окучивали, ну да. Как вилы? Нет, сен такими точно собирали. Но двухзубая, целиковенькая, видите, ну, прям такая красота. Да, мы ее потом на палку нацепим. И будем ее пользовать. Так что гуляйте вместе с нами, наслаждайтесь красотой. Посмотрите, какие чудесные леса. Травы-то нет, июль месяц. Сосенник. Вот так вот. Вон там просвечивается болото, по сути. Ой, извиняюсь. Да, мы вот крутимся вокруг него. Вот, сейчас нашли нож старый, вот этот 11-13 век, я его в рюкзак убрал. Следующий металлический сигнал железный. Раз. И то, что надо. Такой обросший, конечно. Наконечник стрелы. Прекрасно. Вот тут надо и крутиться. Сейчас мы наших черничников домой отвезем и вернемся. Подожди, а это железный. Это ножичек? Да. А, вот нож-то был. Анак. Анак вот. Интересно. Прям рядом. Так, не перей. Придется не закапывать. Не закапывай сейчас, потому что мы вернемся. Я думаю, что мы вернемся. Я думаю, что планы с пнем сейчас могут резко измениться. Ну, вот, блин, сожрали, конечно. А ты сетку сейчас оденешь. Сейчас я сетку отдала маме. Ну, они там лазят в черничниках. Сетки офигенные, сейчас покажу. Оп, сейчас. Капюшончика. Ну, капюшончика не видели? Вон, видите, какая вот тонкая хрень. Очень прочная сетка. Это мы по елкам лазим, конечно, все равно рвешь чуть-чуть, но китайская бы разлетелась в доску. Это не реклама. Рекламы у нас пока нет. И будет ли, неизвестно. Короче говоря, продолжаем разговор. Тут очень-очень интересное место. Дорогие друзья, ну не мог я не подойти к самому болоту и вам его не показать. Смотрите. Идем. Бах, все, начинается трясина. Вот она. Кругло-кругло. Здесь кабаны что-то творили. Или лось застрял, вылезал. Такое, кстати, тоже бывает. Они иногда влетают. Ну, потом... Короче, кто-то здесь копошился. Все, вот туда лучше уже не ходить. Это мы проходили. И запах офигительный. Этот мох, он своеобразно очень пахнет. Хочется прям лечь. Вот на это, но вот этот вот покров. И заснуть. Это мы были на каком-то болоте, прям через него перли по кочкам. И прям вот было такое желание. Я говорю, надо побыстрее отсюда уходить. Видимо, иначе там так и останешься. Навеки вечно. А, ну и черничка везде, собственно. Вон она, родненькая. Брусничек надо найти, брусники хочу. Отвезли черничников домой, набрали, ну, немного. Вот. Жарко просто там лазить им было. В машину все залезли и ждут нас, сидят, а мы гуляем.
отвезли так поспокойнее, приехали обратно. Нашли какое-то шило, там же, на этом же месте. Ну и крутимся где-то в радиусе 100 метров, наверное, вокруг, где был вот ножичек и наконечник. Вот, сейчас 5 часов вечера, дня, не знаю, как правильно сказать. До темноты время полно. И не жарко. То есть ветер есть. На солнце, конечно, запекает. А в лесу, в теньке, в соснах вообще замечательно. Пока тихо. Пока больше ничего не нашли. А, ну был один цветной сигнал там невдалеке. Я уже обрадовался. Ну, как всегда, картечина. Продолжаем разговор с лесом. Вернулись немножко к болоту. Короче, это говоря, будет похождение вокруг болота. Вот, нашли какие-то железячки и пуговица Гиречка. Я оставлю здесь. Сейчас покажу. Оп. Это солярные знаки. Это, по-моему, точки, это поле. Короче, старенькая. Трехлучевая. Да. Еще плюс солнце. Но, к сожалению, ушечка сломанная. Но все равно замечательно. Давай сейчас по здесь походим. Я чувствую вокруг болота. Раунд болота. Болото и раунд. Вот оно, болото наше продолжается. Мы идем вдоль него, вокруг него. Сегодня день ножей. Еще один. Тоже кованый хвостовик. Но это не до монгол, это, наверное, чуть помоложе. Хотя... Не, вряд ли. Более поздний. Ножички сегодня попадаются. Потом покажу в конце. Ладно, у нас сейчас легкий передых. На лосины это. А? На лосины этой. Там лоси жрали. Что здесь-то? Кору-то треск. Осина. Кору-то трескают. Сейчас. Вот. А что это у нас там красненько? Где? На чем? В земле, что ли? Там да. Прибор валяется. Увидел, говорит, красненько мигает. Ну. Вон она, лампочка. О, поналетели насекомых. Ну, короче, сегодня задача тогда у нас получается такая. Обойти вокруг болота и прийти. Вон там где-то машина. Нет, машина вон там. Или, а, да, это вот треугольный. Вон. Короче, лес просвечивается, а машина вон там. Ой, блин, поналетела скотина. Сели посидеть. Что сейчас? Передохнем и дальше пойдем. Репортаж продолжается. Сейчас такой бурелом здесь пытались перелезть. В общем, мы обошли болото. Почти, ну да, сейчас на четвертой стороне его. И к машине нам идти куда-то туда. Здесь папоротник выше головы, какие-то пеньки здесь когда-то пилили. Я даже могу сказать примерно когда. О. Находка. Ну, вообще не затем, конечно, шли сюда, но обязательно пусть будет. Ранний совет от хорошо. В этом лесу будут. 28-й год. Воды нету, чтобы помыть. Я все время его забываю. А у меня даже боковой карман на брюках нет. Ага. Продолжаем. Друзья, догадайтесь, где мы? Я встретил девушку. Короче, мы нахрен вообще. На краю болота. Наконечник наш вот там был. Помните, я выходил, вам сейчас показывал, да, где лось пытался ломиться. Вот, какие же. И вот оно. Вот оно. Здесь какая-то канава, ее пытались копать. Короче, стоим, кругом пошли кругалями туда, не туда. Думали, что вот та вырубка, это болото. Промахнулись. Улезли сюда, вышли обратно на болото, а кругом идти не хочется. Поэтому мы сейчас пойдем прям вот, чтобы вы понимали, по прямой. Не очень устойчивый грунт, но он, видите, такой, как ковер. И очень-очень вкусно пахнет. Сейчас вдоль деревьев покошим. Деревья стоят на самом деле, значит, они за что-то цепляются. Они же эти. Ну, я и говорю. Фу. Вот такой сегодня интересный походец получился.
Но это мы еще не конец. Это еще не конец. Нам идти на самом деле. Вон до туда и чуть налево. Пройдем, значит, полезем обратно. Слушай, надо идти по правой стороне. Давай попробуем. Там деревьев больше. Я бы поснимал бы весь этот процесс, но у меня рюкзаки, приборы и все остальное. Надо экшн-камеру покупать. Блин, слепней. Слепней до хрена. Ладно, бог с ним. Сейчас Я не могу. Попозже включимся. Капюшон надевай. Сейчас нас здесь еще и сожрут вдобавок. Сожрут и утопят. Чудесная хрень вот такая. Ой, мама, их тут тучи. Правильно, корм такой пришел. Ой, блин, одевайся. Сейчас. Сейчас на выходе потом включусь. Дошли мы до машины, видели дятла, да, прикольные, два их было. Заснять только одного, стоя по колено в мху с водой. Получилось только одного. Вот такие железные находки у нас. Три ножа, вот это более поздний. Вот этот. Вот эти пораньше. Какой-то штырь непонятный, наконечник стрелы, крокозябра вот это. Ну, гельку совет я доставать не буду. Вот так вот интересно мы сегодня побродили. Прошли вокруг болота, коп вокруг болота, короче говоря. Примерно поняли, где были находки старые, вот эти ножички, там 11, 13, может чуть попозже века. Там мы будем в дальнейшем их разрабатывать. То есть точки на навигаторе были поставлены, естественно. Вся правая сторона вот болота, вот это, там бурелом и куча вырубок. Когда-то было сделано, кто-то едет. Вот такой сегодня замечательный коп. Мы сейчас поедем купаться на Волгу. Всем, ребят, спасибо, кто с нами гулял. Всем здоровья. До встречи в следующих видео. Пока-пока.